Всем привет! Вы на канале «О часах Фил Тайм». С вами, как всегда, Станислав. И сегодня мы будем рассматривать с вами действительно что-то уникальное от достаточно молодого швейцарского бренда «Эпос». Когда я впервые увидел эти часы, первое, что мне пришло в голову, это фраза «произведение искусства». И, как оказалось позже, коллекция, к которой относится эта модель, называется «Œuvre d'art», что буквально с французского переводится как «произведение искусства». Я не любитель долго рассказывать об истории часов, и если честно, мне самому не очень интересно копаться в прошлом брендов. Поэтому давайте кратко, насколько могу, объясню вам, что это за бренд Эпос и что он на сегодня из себя представляет. Бренд достаточно молодой, начало его истории датирует 1925 годом. Эпос, как и многие бренды, достаточно сложно переживал времена кварцевого кризиса. И второй его виток развития можно считать от 1983 года. Если вы знаете, что такое понятие микробренд, то я бы назвал Эпос микробрендом в мире швейцарских часов. Само собой, что в кавычках. Что это значит по факту? А значит, это то, что на достаточно перегруженном и конкурентном швейцарском часовом рынке бренду Эпос приходится делать что-то реально уникальное, очень качественное и за вполне приятные деньги. Если те же Tissot, Longines у всех на слуху, то кто из вас слышал о бренде Эпос? Правильно, бренд не настолько распиарен, поэтому ему приходится прилагать больше усилий для того, чтобы зацепить вас не названием, а качеством и какими-то инновационными фишками. Поэтому на выходе и получаются какие-то невероятные модели из разряда той, что я сегодня покажу вам в этом обзоре. Сразу хочу отметить, что я не вижу эти часы в качестве модели на каждый день. Скорее, эти часы подойдут для какого-то уникального мероприятия или особого случая, когда вам крайне важно подчеркнуть свой статус и индивидуальный стиль. А еще такие часы я вижу в качестве коллекционного экземпляра, который вообще можно никогда не надевать на руку, но при этом не переставать им любоваться. Возможно, для кого-то из вас это будет дикостью, но есть коллекционеры, которые покупают уникальные часы и никогда их не одевают. А уникальность в этих часах действительно присутствует. Во-первых, это лимитированное издание, выпущенное количеством 888 экземпляров в мире. Данная информация указана на синей пластинке в правой части циферблата. У нас на обзоре 511 модель из выпуска. Во-вторых, это уникальный циферблат, половина которого это открытая часть механизма, а вторая половина напоминает миниатюру винтажных карманных часов или уменьшенную версию напольных часов. Благодаря такому исполнению часы перестают быть просто часами и переходят в разряд как раз произведения искусства, когда ими просто хочется любоваться. Внутри этих часов установлен механизм ETA UNITAS 6497. Само собой, что это не базовая версия механизма, это значит, что Эпос его дополнительно обрабатывали, чтобы придать более дорогой внешний вид, и внесли некоторые модификации усложнения. Одна из таких модификаций – это секундная стрелка, вынесенная в маленькое окошко задней крышки часов. Более того, эта стрелка является пульсометром. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно, чтобы стрелка начала движение от нулевого деления старт, после чего вам нужно замерить 20 ударов сердца и посмотреть на отметку, на которую покажет стрелка. Это и будет ваш текущий пульс. Конечно, я считаю, что эта функция несколько неудобная и в какой-то степени бесполезная, как та же функция тахиметра в часах. Но мы же прекрасно понимаем, что эти часы не про удобство и не про практичность. Здесь больше про истинный винтаж и отсылку к аналоговым временам. Хочу отметить, что механизм ETA UNITAS 6497 имеет запас хода 50 часов, работает на пониженной частоте 18 000 полуколебаний в час и не имеет автоподзавода. Не могу сказать, что меня это как-то смущает в этих часах, так как их стилистика отсылает нас как раз к аналоговым временам, где никакой речи об автоподзаводах и близко не было. То есть с точки зрения стилистики здесь все сделано правильно. По внешней отделке механизма отмечу, что Эпос заморочились не на шутку. В какой-то степени это действительно ювелирная работа, а ее результат — это гипнотизирующий эффект циферблата.
Сам корпус часов сделан из нержавеющей стали с зеркальной полировкой. Корпус достаточно крупный, плюс очень важно, что и ушки здесь длинные. По размерам диаметр корпуса 42 мм, от ушка до ушка вот это расстояние 51 мм, толщина 10,5 мм, вес 99 грамм. В целом на моем запястье 18 сантиметров в обхвате, часы сидят отлично. Ушки четко обволакивают мою кисть, но на меньшей руке уже будет под вопросом. Ремешок сделан из натуральной кожи, качество здесь отличное, плюс очень порадовала застежка типа бабочка. Заморочились даже на внутренней отделке, глиширование здесь просто на высоте. В наличии есть также и версия на браслете из нержавеющей стали. Мне лично чисто по стилю браслет кажется немного неуместным, но с точки зрения практичности есть даже определенный смысл купить часы с браслетом, а потом переодеть их в кастомный ремешок из натуральной кожи. Это точно будет дешевле, чем отдельно при случае покупать браслет. К слову, купить эти часы с официальной гарантией 2 года вы можете как в нашем интернет-магазине FeelTime, так и в сети наших партнеров Deka, самой крупной часовой сети в Украине. В описании к этому ролику я оставлю промокод, который вы можете использовать при заказе и получить свою персональную скидку. Из неназванных характеристик часов отмечу сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, и водозащиту на уровне 50 метров. Можно мыть руки и не бояться дождя. Это абсолютная норма для часов подобной стилистики. Подводя итоги, хочу сказать, что цена этой модели в наших магазинах составляет 85 400 гривен, что на сегодня эквивалент 2100 долларов. И если вернуться к моему начальному спичу, то за эти деньги Эпос предлагает что-то невероятное в плане дизайна и качества. Это действительно произведение искусства, это точно часы не на каждый день, скорее эти часы купит искушенный фанат наручных часов, чтобы пополнить свою коллекцию чем-то необычным и в какой-то степени вызывающим. Если же вы рассматриваете к покупке свои первые часы, то этот вариант точно не для вас, хотя полюбоваться, уверен, вам было приятно, а может и нет, так как часы все-таки на своего любителя. Пишите в комментариях, как вам эта модель, делитесь своим мнением. А на этом у меня все. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.